Уважаемые коллеги, я на правах хозяина несколько слов скажу, а потом передам слово Нусанбековичу, который возглавляет Высший Евразийский экономический совет. Казахстан у нас в этом году возглавляет. Но прежде чем мы начнем работать, хочу вас всех поприветствовать в Петербурге. Евразийскому экономическому союзу исполняется 2 года, поэтому у нас есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. В процессе строительства Евразэс мы вместе добились действительно серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации. Заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. За время функционирования Союза число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%. В этом году единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Это поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию, а также позволит усилить контроль за ее качеством и порядком обращения. Эффективнее станет и борьба с контрафактом. В рамках Союза принята концепция формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергии и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области. Ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере. Продолжается работа над созданием к 2025 году общего финансового рынка. Согласованный экспертами проект концепции поэтапной либерализации этого сектора экономики предусматривает гармонизацию действующих в наших странах правил осуществления кредитно-денежных, валютных, банковских, страховых операций. Последовательно совершенствуется и договорно-правовая база Евразийского экономического союза. Мы много сделали по подготовке нового таможенного кодекса. В кодекс заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике. Заметно возрастают полномочия Евразийской комиссии по вопросам таможенного регулирования. Предусматривается широкое использование цифровых технологий при проведении процедур оформления товаров на внешних границах Союза. Одним из ключевых приоритетов деятельности Евразэс становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного раскрытия имеющегося у наших стран производственного и технологического потенциала. Необходимо активнее содействовать предприятиям наших стран в развитии промышленной кооперации, энергичнее вовлекать в производственные и технологические цепочки малый и средний бизнес. Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства Евразэс. Недавно подробно мы у себя обсуждали, в Москве обсуждали с председателем коллегии Евразийской комиссии Тиграном Сурановичем Саргсяном эту тему. И я с ним полностью согласен, что в последние годы цифровая экономика получила самое широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединенные Штаты. И отставание государств Евразийского союза в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках самого союза. Я в детали здесь вдаваться не буду. Хочу отметить только, что у нас развивается и на внешнем контуре интересная и плодотворная работа с нашими возможными партнерами. С Вьетнамом, как вы знаете, достигнуто уже соглашение о свободной торговле. Интересуется таким же развитием отношений с нами Израиль, Индия, Иран, Сингапур, Египет. У нас ведется работа и с Китайской Народной Республикой. Но все это мы вместе с вами сможем сегодня обсудить. Я хочу вас всех еще раз сердечно поприветствовать в Петербурге. Спасибо большое.